Здравствуйте! Вас приветствует канал Rainbow Loom TV. И сегодня в нашем видео мы будем плести с вами браслет «Бесконечность». Вот такой вот, с голубыми восьмерочками, с розовыми и оранжевыми резиночками. Для нашего браслета нам понадобится установить станочек так, чтобы первый столбик в серединке был больше, чем боковые стороны. Нам нужен крючок и розовые резиночки, оранжевые резиночки и голубые резиночки для восьмерочек. Итак, приступим. Берем оранжевые резиночки и одеваем на средний ряд первый столбик и на правый ряд первый столбик. Вот таким вот образом. И по одной резиночке мы одеваем на каждый столбик первого и следующего ряда. До конца ряда мы одеваем наши резиночки в очень простом, быстром нанизывании резиночек. И наш последняя резиночка наша тоже идет наискосок в серединку. Поворачиваем станочек. Теперь берем розовые резиночки и нанизываем розовые резиночки на наш станочек. Так же, как и мы нанизывали оранжевые. Вот таким вот образом. До самого конца ряда мы нанизываем наши розовые резиночки. Также мы последнюю резиночку одеваем наискосок. Поворачиваем к нам станочек, как и был. Берем голубую резиночку и от себя делаем восьмерочку. И одеваем не на первые столбики, а на вторые столбики наших рядов. Вот так вот. Поверх тех резиночек, которые мы одевали до этого. От себя и на столбики. От себя и на столбики. Тут можно попускать немножечко. И последняя наша восьмерочка. Мы также оставляем одну пару столбиков на станке не одетую. Теперь мы берем резиночку розового цвета, складываем ее восьмерочкой и пополам. И одеваем на средний ряд первый столбик. Берем крючок. Достаем снизу розовые резиночки, которые мы одевали только что. Вот так вот, в форме капельки. И так до конца ряда каждую резиночку мы достаем снизу серединки наших столбиков и одеваем ее наверх. Вот так вот.
И последнюю нашу резиночку мы одеваем также, вытягиваем с серединки, одеваем ее наискосок. Возвращаемся к оранжевым. Также оранжевые достаем мы снизу, одеваем наверх. И у нас так получается по краю наши оранжевые и розовые резиночки в форме капельки. Так до конца ряда мы продолжаем снимать и одевать наши резиночки. Вот так вот. И наша последняя резиночка также наискосочек. Теперь берем оранжевую резиночку, вводим наш крючок в серединку столбика и под четырьмя резиночками захватываем резиночку крючком и протягиваем через все четыре резиночки. Одеваем еще один конец на крючочек, получается у нас четыре резиночки на крючке, и мы можем уже снять наш браслет со станка. Так как у нас браслет получился маленький, у кого, конечно, маленькие ручки, тот может не продолжать, если браслет подойдет по обхвату руки. Ну, а мне придется доплести, так как у меня ручка не маленькая. Вот у нас такой получился браслет бесконечность. Мы сейчас будем плести вот здесь вот ремешочек. Мы берем розовые резиночки и одеваем на столбики. Вот так вот. Одну за другой. Теперь берем наш браслет, с браслета снимаем наши оранжевые резиночки, одеваем на последний столбик ряда того, что мы нанизывали, и снизу наверх одеваем наши резиночки, опять же в форме капельки. Вот так вот. Теперь берем нашу клипсу. Одеваем на вот эти вот две резиночки, которые у нас остались на столбике. Сейчас с другой стороны оденем. Вот так вот. И снимаем со станочка. Вот и все. Наш браслет закончен. Одеваем с другой стороны на клипсу наши две резиночки. Вот и все. Наш браслет закончен. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте видео.